Ребята, я хочу посоветовать вам канал Миры. Она снимает очень прикольные видеоролики. Это как, например, холлы, влоги. И, кстати, влоги мне её, ну, просто очень нравятся. И, кстати, я уже на неё подписалась и нажала колокольчик. А видео просто шикарные. А также Мира снимает прикольные видео про Майнкрафт. Мне они очень нравятся, и когда я посмотрела их, просто вдохновилась. А свои видео Мира начинала с распаковок бумажных сюрпризов. Не забывайте подписываться на нее, ведь потом будет конкурс. И не забывайте то, что вы должны написать комментарий, то, что я подписался, и открыть свои каналы. И чтобы я все проверила, если я не найду у вас подписки на Мир, то, к сожалению, вы не проходите на конкурс. А конкурс будет на подписку и на пиар. Всем удачи в конкурсе! Всем привет, ребята, и вы попали на мой YouTube-канал. Меня зовут Катя, и сегодня я снимаю видео, собирая ручную кладь в Турцию. А перед началом этого видео я хочу тебя попросить поддержать меня пальцем вверх и подписаться на мой YouTube-канал, ведь мне будет очень приятно, а тебе не сложно. И напиши свой крутой комментарий. И, кстати, я все комментарии лайкаю. Ну, а мы с вами начинаем, поехали! Вот так вот выглядит мой рюкзак, который я буду с вами собирать. Он вот такой вот беленький, с розочками, и внутри он коричневый. В принципе, в такого маленького рюкзачка мне хватает, он на таких лямочках. В принципе, он очень удобный, и мне он очень нравится. И первое, что я положу, это будут мои наушники, просто без которых я не могу жить, и мы их ложим. А далее я положу свою портативную зарядку, потому что мой телефон может разрядиться просто в любое время. Дальше я положу свою зарядку для телефона, просто она мне тоже очень сильно нужна. А теперь мы откроем самый большой карман. И вот там внутри есть у меня маленький кармашек, в который я с вами хочу положить. Идет вот такая жвачка от Дирол. Мне ее всегда надо жевать в самолете, потому что мне закладывает уши, так что мы ее ложим. Дальше идет вот такая резинка-пружинка, которую я заплетаю в волосы, а еще я ее могу носить прям вот так вот, потому что это тоже красиво. И мы ее тоже ложим в мой рюкзак. Дальше я положу вот такой вот бальзам для губ. Он в виде совушки, и он очень хорошо увлажняет мои губы, потому что они у меня всегда сухие. Первое, что я положу в свое большое отделение, это будет мой iPad, на котором я всегда монтирую свои видео. И он довольно большой, и надеюсь, что он влезет в мой рюкзак. Давайте его туда уже помещать. А следующее, что я положу, это будет моя расческа. Она маленькая и хорошо вместится в мой рюкзак. Следующее, что будет, это мой желтый блокнотик, он с пчелкой и на заклепке. И, кстати, я этот блокнот уже брала в Турцию 2019 года. Тут прямо так и написано. Так что я его тоже ложу в свой рюкзак. Дальше я положу свою ручку, в которую буду рисовать в этом блокноте или, может, что-то писать. Тут есть еще ластик, который стирает ручку. И, кстати, я еще люблю делать вот так вот, чтобы ручка не потерялась. Вот. Дальше, что я положу в свой рюкзак, это будет три моих чехла. Не удивляйтесь, почему их так много, просто я люблю их менять. Первый, это такой мой любимый, кстати, чехол. Он с блестками, и я его ложу.
Дальше идет мой чехол с сердечком. Он уже весь потрепанный, да. И в некоторых местах он уже сломан, да. Вот. Но я все равно его очень сильно люблю. Дальше я положу вот такой чехол единорожка. Он очень хорошо гнется, и он очень хорошо защищает мой телефон. Вот. Он очень приятный на ощупь, так что я тоже его ложу в свой рюкзачок. Дальше идет у меня вот такой антисептик, потому что сейчас эта вся фигня с коронавирусом. Да, и он мне всегда нужен, чтобы протереть свои руки. Ложу его вот в мой рюкзачок. Дальше идет у меня вот такая маска, она тоже мне всегда нужна в аэропорту, потому что без масок просто никуда не выпускают. Тоже ее ложу. И самая последняя вещь, что я положу в рюкзак, это будут мои перчатки, потому что когда летишь в самолете, нам просто не разрешают лететь без перчаток и без маски, так что придется сидеть в самолете в масках и перчатке. Вот, и мы их тоже ложим. И вот, ребята, мы собрали мой рюкзак, который я возьму с собой в поездку. Он получился очень тяжелым. И, кстати, я буду снимать видео про чемодан. Если ты хочешь видеть такое видео, то подписывайся на меня. А еще будут видео с Турции. А кому понравилось это видео, не забудь поддержать меня пальцем вверх, подписаться на мой YouTube канал и написать любой комментарий. И все комментарии я лайкаю. И всем пока-пока!